in cruises. В двух словах, in cruises — это круизный клуб. Круизный клуб — это что такое? Это клуб любителей роскошного вида отдыха. Роскошный вид отдыха — это путешествие на круизных лайнерах. Круизные лайнеры — это такая, это гостиница на воде, это пятизвездочная гостиница на воде, целый город. Это гостиница со всей инфраструктурой: кафе, бары, рестораны, казино, караоке, аквапарки, аэротрубы, зиплайны, казино. Все уже там есть, все там находится и все уже включено в стоимость. То есть это реально очень роскошный метод, очень высокий уровень сервиса, потому что это пятизвездочные гостиницы, рестораны с поварами уровня Мишлен. Кто не знает, можете загуглить просто. Повар уровня Мишлен, мишленовские звезды, что это такое? Вот, они как раз работают на лайнерах. И это включено, представляете, включено. То есть вы живете в пятизвездочной гостинице, все развлечения включены, включен шведский стол 24/7, абсолютно в любое время дня и ночи можете проголодать, пошли покушали. Круто? Круто. Каждый найдет себе, что покушать, абсолютно. Абсолютно любой человек, без разницы, вегетарианец, мясоед, найдет покушать себе каждый. Рестораны включены, завтрак, обед, ужин, они все включены. Приходите в ресторан вечером со своей второй половинкой, ужинаете, например. Меню есть, цен нет. Заказывайте все, что душа пожелает. Поужинали, пошли вечером на концерт, посмотрели, например, концертную какую-то программу. Это может быть рок-опера, рок-концерт, диджей какой-то приезжает, мюзикл-постановка или постановка на льду, может быть, аква-шоу. Да что угодно, у нас настолько огромный выбор там развлечений. Там не то, что стоит выбор, как сказать, некуда пойти, да? Что надоело. Там стоит выбор, что некогда поспать, потому что столько всего интересного там происходит, что хочется везде все посетить. Настолько круто и интересно, что, ну, возвращаемость людей, да, сразу к слову, возвращаемость людей вот на лайнеры составляет от 80 до 90%. Из 100 человек 80-90 человек вернутся обязательно на лайнер, потому что это настолько крутой вид отдыха, который нравится абсолютно всем. Любому человеку он заходит. Это потрясающее место. Так вот, in cruises — это клуб как раз любителей именно этого вида отдыха, именно круизных линий. Причем клуб любителей для тех, кто не хочет переплачивать за него. Почему? Вы можете просто пойти элементарно в турагентство, которое ближайшее к вашему дому, и спросить, сколько же у них будет стоить круиз на лайнере. Ну, выберите какой-нибудь круиз примерно, и пусть они вам посчитают. Я ходил, мой круиз будет стоить, мой круиз, который я отправлю в сентябре, он будет стоить на лайнере на одного 95 тысяч рублей. Это 7 дней Европа. Испания, Пальма де Майорка, Ибица, Франция, Италия. Вот этот круиз для меня, вот в турагентстве мне посчитали, он будет на одного стоить 95 тысяч рублей. На двоих он будет стоить 180-200 тысяч рублей. Для меня здесь, вот он обойдется на одного, внимание, 45 тысяч рублей, на двоих 90. Такая вот скидочка. Внимание, здесь участие возможно двумя способами. Первый, про который я уже сказал, да, это может быть просто клиент. Клиент — это круизер. Клиент — это круизер. То есть, во-первых, вы получаете доступ к базе круизов. Вы можете напрямую у круизных линий бронировать по ценам от круизных линий. Это первое преимущество круизера и круизной линии. Смотрите, преимущество номер два, да, номер два — это скидка. То есть вы на ценник, который дает круизная линия, вы получаете еще скидку от 20 до 50%. Это мощнейшая программа лояльности. То есть человеку очень мало того, что ему хочется довернуться, а когда он получает еще и скидку 20-30-50% на этот круиз, естественно, ему хочется туда вернуться. То есть это колоссальный отдых, очень крутой, очень запоминающийся, меняющий просто сознание. Вот, еще по этой выгодной цене. Внимание, участие номер два – это партнер. Партнер. Партнер, по сути, это тот же самый клиент, но с преференциями. То есть у него есть гораздо больше всяких возможностей и плюшек, да, назовем их плюшками, плюшечек больше. Первое и самое важное, ну не самое важное, но одна из самых важных — это подарочный круиз. То есть можно заработать подарочный круиз, да. Есть такой называемый статус безоплатника. Это статус, делать, ну, простые действия, на самом деле реально очень простые. Я их сделал, у меня вот мой круиз в сентябре, да, для меня он будет бесплатно. Статус безоплатника дает возможность путешествовать на круизном лайнере бесплатно. Компания ежемесячно начисляет 200 круизных долларов вам на счет. 200 долларов на счет, внимание. Можно назвать их долларами, круизными долларами, баллами, милями, как угодно. Факт то, что на эту сумму можно покупать себе круиз.
Это получается, что каждые 3-4 месяца вы можете сам либо со своей семьей отправляться в круиз, в путешествие. Прикольно? Прикольно, по-моему. И важный момент второй – это деньги. Заработок. Вот здесь, по этому бонусу, да, скажем так, если вы занимаетесь этим дополнительно к основному виду деятельности, к работе, к какому-то, к учебе и тому подобное, неважно, то есть уделяете этому час-два времени в день, можно зарабатывать дополнительно к основному виду дохода 20-30 тысяч рублей в месяц. Это доп. Доход такой. Приятный бонус? Приятный бонус. Если заниматься этим, как я, профессионально, можно заработать 200-300 тысяч рублей в месяц. Знаете, что самое интересное? Вот это, вот это. Вот это совсем не потолок, абсолютно. Я лично знаю людей, которые зарабатывают здесь 500-700 тысяч рублей. Я знаю даже тех, кто заработает и 5, и 7 миллионов рублей. Границ здесь нет, абсолютно. Момент понятен про заработок? Надеюсь, что понятен. А теперь внимание. Если вас заинтересовало партнерство как клиента, вам интересен круиз на лайнере как клиенту, обратитесь к тому, кто дал вам это видео, либо тому, кто разместил это видео в своей соцсети. Если вам интересен статус безоплатника, вам интересен подарочный круиз, да? Обратитесь к тому, кто дал вам это видео, либо разместил его в своей соцсети. Если вам интересен заработок, да, и быть партнером компании интересно, чтобы активно зарабатывать, ну вы знаете, что делать. Нужно обратиться к тому, кто дал вам это видео, либо разместил его в своей соцсети. Здравствуйте, уважаемый зритель! Благодарю вас, что до конца досмотрели мое видео. Если вам интересно и хотели бы узнать больше информации по круизному отдыху по всему миру и по очень доступным ценам, приглашаю вас на живую презентацию и посетить онлайн-конференцию в прямом эфире, где вы узнаете очень много интересного и полезного для себя и отзывы многих людей, которые побывали и отдохнули на океанских лайнерах. С моей стороны, в качестве наставника вам будет оказана всевозможная техническая помощь и поддержка от нуля до результата. Ссылка для бесплатной регистрации находится под видео. И затем я с вами свяжусь. До встречи!